мы нормальные или нет. Время 17:03 показывает часы в нашем автомобиле, а мы едем проверять свои грибы, фламулины в далекий лес. Туда мы попытаемся проехать, пока мороз, потому что если завтра будет оттепель, как обещают, мы туда не попадем. Там бездорожье. Надо ехать по крепкой дороге, по морозной. Хотим проверить свои грибочки. Что получится, как мы туда проедем, я еще не знаю. Будем смотреть. Хотя бы дорогу проверим. Ну вот, туда мы в тот лес не пробрались. Не сумели. Едем обратно в телеши свои, где вигвам был. А вот здесь, на этом дереве, полно грибов. Я знаю, что это вешенки. И они уже, может быть, устарели. Старые. Как бы туда пробраться? Но это очень далеко обходить. Я туда не попаду. Может быть, снег чуть-чуть подтает, тогда я проверю эти вешенки. Это точно вешенки. Вон они. Они и были на этом дереве. Их было очень-очень много. Мы в прошлом году их собирали. Нынче мы не могли попасть сюда. Вот едем уже обратно. Темно, но у меня фонарь включился. Скоро 6 часов будет. Ну, сейчас не знаю. Не, у меня короткие сапоги с джинсами, поэтому замшевые. Поэтому я там наберу просто много снега и все. Что за грибы такие? Может, это столько трудовиков тут повыросло, а я тут размечталась сама с собою. Ну ладно. Время покажет. Сюда-то мы всегда приедем. Меня одолевает. Вот по этим кустарникам я сейчас буду как-нибудь пробираться. Сломаю, не сломаю, но туда я подберусь. Сейчас. Сейчас. Саша! Привет! Да еще какие! О, у меня фонарик включился неожиданно. Это шик, блеск и красота. Привет, Жанна, привет, Мария. Всем привет, Максиму Королеву, Валерии и Денису. Всем от меня большой пламенный привет. Ура, ура, ура. Я, может быть, их не трону. Сколько-нибудь я трону. Ой, какая красота, целая плантация. Они же замороженные. Зачем я их буду брать? Они здесь пока мороз. Как будто они у меня в морозильнике будут лежать. Вешенки, дорогие вы мои. Грибочки. Ого, как высоко. Ну, это я потом к вам подберусь. Сейчас я наломаю что-нибудь, а потом что я тогда снимать буду. О, красиво, когда снег сойдет отсюда. Обещают завтра оттепель. Во куда надо завтра приезжать. Точно. Завтра беру свою сестру и ломать не буду. Сейчас я... Да, она поедет, она не захочет. Она вредная. О, фонарик чуть-чуть моргает. Отлично. И еще дальше они будут. Дальше я сейчас что-нибудь возьму. Фонарик, включайся. Вот, все. Это дерево еще же с той стороны я сниму. Еще что-то растет такое. Типа каких-то плесеней. Но дело в том, что... Ой, молодец, я спустилась с этой горочки. Ну, как-то надо будет назад выбираться. Здесь не одно такое дерево. Я где-то здесь и раньше видела. Надо без Маугли садиться на машину, доехать и собирать их тогда. Но я одна не рискнула бы в леса ездить. И собаки всякие. Вот. Так, как же выбраться отсюда? А пойду по другой дороге. Не, сапоги я не набрала, но свою норку могу порвать. Шубку свою, она вся уже в снегу. Шубку свою могу порвать. Возвращаюсь, надо хоть немножко отломать. Хоть один гриб-то надо взять, добычу свою. Сейчас вернусь, пойду за грибами. А на этих деревьях, ой, только б не было их выше. А то я там
ничего не смогу. Ладно, вот эти я, наверное, возьму. Вот эти вот. В дебрях и растут эти вешенки. У меня руки полностью отмерзли совсем. Ой, кошмар. Немножко отцепила грибов, покажу то, что было, если по пути не отдам кому-нибудь. Пока ты все мои вешенки, которые я сегодня добыла, с таким трудом. Я могла бы их там много собрать. Их там было очень много, но я схватила вот эту вот кучечку. Сейчас почистила, чтобы всем показать. Но завтра я думаю, что я туда поеду. И буду их забирать. И раздавать. Они сверху такие свеженькие, красивенькие. Супер грибочки. На этом я заканчиваю. Всем пока-пока и до встречи.